Кадры страшной аварии на железнодорожном переезде, которая попала на камеру видеонаблюдения, сейчас изучают следователи в Казахстане. На пути, несмотря на запрещающий сигнал семафора, выехал грузовик МАЗ. В этот момент в него врезался локомотив грузового состава. От удара автомобиль начал разворачивать, и через несколько секунд фуру протаранил пассажирский поезд, следовавший по маршруту Иркутск-Кисловодск. С рельсов сошли 4 грузовых вагона, 3 пассажирских получили повреждения. Водитель грузовика погиб, пострадавших в ПТ нет.